1 и 2 февраля Курск впервые принимает финал 4 Кубка России по баскетболу среди женских команд. На арене спортивно-концертного комплекса встретятся 4 клуба российской премьер-лиги. Екатеринбургский УГМК, Оренбургская «Надежда», Спарта НТК из Видного и, конечно, Курская «Динамо». Кто из клубов сойдется в финальном матче, говорить пока рано. Впервые за долгие годы безоговорочного лидерства УГМК в заключительной части турнира появилась интрига. Хозяйки паркета «Динамо» сделали почти невероятное в декабре 2013 года, переиграв гостей с «Урала» со счетом 100-93. Чем обернется субботняя встреча двух непримиримых соперников, реваншем или еще одним триумфом бело-голубых, вы можете увидеть сами. Матч «Динамо-УГМК» пройдет в субботу, 1 февраля, в 17 часов в спортивно-концертном комплексе. Также 1 февраля в 14:00 состоится игра между «Спарта-НТК», «Видное» и «Надеждой Оренбург». А в 15:50 парад открытия. 2 февраля в 14:00 состоится встреча за третье место, а в 16:30 финал Кубка России. Завершится праздник спорта в 18:10 церемонии награждения.